Всем привет! Вы находитесь на канале Endlines. С вами Иван Зелев. И в этом уроке я покажу, как быстро присоединить слуховое окно к кровле и вырезать объем одной кровли с другой. Итак, для того, чтобы присоединить одну кровлю к другой, вы заходите на вкладку «Изменить», либо же нажимаете на кровлю и выбираете инструмент, который находится на вкладке «Геометрия», присоединить, отсоединить крышу. Нажимаете на него и читаете влево внизу, в левом углу нижнем. Выберите кромку с той стороны крыши, где должно произойти присоединение. Выбираете эту кромку. Вот. Дальше выбираете грань, к которой должна быть присоединена данная кромка. Крыша автоматически достроилась. Вы можете корректировать ее выступ. Можно делать это на плане, можно в 3D, если вы делаете приблизительно. Дальше нужно вырезать объем одной крыши из другой. Это делается на вкладке «Архитектура» инструментом «Слуховое окно». Выбираете этот инструмент, выбираете крышу, которую вы хотите вырезать в слуховое окно, и выбираете ваше слуховое окно. Появляется вот такая вот линия, ее в принципе можно нарисовать, но обычно все происходит правильно с первого раза. Все, объем вырезан, задача данного видео выполнена. Подписывайтесь на канал, всем пока!